данном случае мы видим пациента, который находится у нас на лечении, и ему была назначена процедура ортоскок. Что это значит? Скорее всего, у пациента, возможно, лежит подушечка на область желудка. Возможно, где-то были проблемы с желудком. Правильно? Да? Вы жаловались? Да? Вот. Значит, применяется магнитотерапия. Магнитное поле создает вокруг себя, вернее, аппарат создает магнитное поле вокруг себя. За счет этого улучшается трофическое действие, регенерация тканей, то есть восстановительный процесс. Если были какие-то нарушения, значит, слизистой, восстанавливается слизистая. Если были нарушения кровообращения в месте повреждения слизистой, происходит восстановление, значит, кровоснабжение, соответственно, питание тканей, ну и процесс заживления. То есть, как бы, с двух сторон происходит процесс. Вот. Процедура, в принципе, достаточно для начала 6-7 процедур для того, чтобы добиться положительного результата. Вот. Как правило, пациент уже на 3-4 процедуре начинают замечать некоторые изменения. То есть, возможно, улучшение аппетита, возможно, снижение каких-то побочных и неприятных ощущений при пищеварении. Ну и в перспективе после этой методики лечения, в общем-то, как это правильно сказать, да, процесс, в общем-то, возникновения боли или болезни, в общем-то, снижается довольно длительный период. То есть, если пациент соблюдает все режим питания, режим труда и отдыха, то, в принципе, больше его эти боли не беспокоят. Ну, такой положительный у нас результат.